Спасибо всем, что вы сегодня пришли к нам. Или как папа бы сказал, привет-привет. Когда бы папа не ушел, для меня бы это было очень трудно, потому что папа – это целый мир. Папа родился 20 ноября в деревне Беззубово Московской области. Мой дед, ну если не землю пахал, был председателем колхоза, дед Иван, коммунистом, что мало впечатлило папину бабушку, которая за ним смотрела, и она сказала: «Видно ли дело нехристя дома растить?» Вынесла его дом, вынесла его ночью и покрестила. Папа не был очень религиозным, хотя традиции христианские знал, уважал. Но минору зажигал с нами с удовольствием, и прочитать молитву тоже никогда не отказывался. Деда убили в 1946 году, а через год умерла папина единственная сестра Тамара. Мама его растила сама, у них были очень бережные отношения все годы. Папа хотел стать военным моряком, но не прошел медкомиссию. Он закончил МИИ, был теплоэнергетиком с красным дипломом, очень гордился своим институтом всегда и своей профессией. Всю жизнь проработал в атомной энергетике, проектировал подводные лодки на военную промышленность. В опытном конструкторском бюро, в котором папа работал, можно было зайти на 7 этажей, но папа работал на 8-м. Называлось это среднее машиностроение. Про работу свою никогда не рассказывал, а если мы уже сильно приставали с сестрой, он говорил, что я проектирую гвозди и езжу на север смотреть, как их забивают. Папины сотрудники говорили, что он сдает каждый проект как докторскую диссертацию, при этом папа всегда добавлял: а шпонки ставим деревянные, потому что техническую документацию все равно никто не читает. Видимо, забивание гвоздей было все-таки делом довольно серьезным, потому что на север он ездил очень часто. Командировки были длинные, 40 дней, потом неделю дома, опять ездил он в Гремиху, писал нам письма оттуда. Звонил редко. Это называлось среди наших знакомых «папа на севере сидит». Что я изобразила как-то продавщица в магазине, когда мы с мамой покупали ему рубашку. «А где твой папа?» «Сидит на севере. Давно-давно». Поэтому, конечно, отсидевший папа был протащен по всем городским универмагам, чтобы продемонстрировать, что он существует. По молодости папа еще ездил осваивать целину. Про это он тоже никогда не рассказывал, но иногда с горечью говорил, что это было напрасно. Папа очень хотел сыновей, поэтому у нас мальчишеские имена Валерия и Евгения. В нашем детстве была такая песня: папа может все что угодно, плавать брасом, спорить басом. Окончалась она словами: только мамой не может быть. У папы на этот счет было свое мнение. Он всегда пел: даже мамой он может быть. И, в общем, я где-то в глубине души с этим соглашалась. Одно из самых первых моих детских воспоминаний, вот Жаш, наверное, может релейт, это папины бутерброды. Когда он намазывал масло на батон, оно ложилось таким ровным слоем, и в нем, как в зеркале, отражалось солнце, небо и вся кухонная мебель. Дождаться этого бутерброда было сложно, поэтому я просто приходила и откусывала недоделанный продукт. Папа сначала, ему это не очень нравилось, но он потом как-то смеялся. Каждый год перед школой мы с папой, папа брал 2 выходных, мы ездили с ним в Москву, первый день в зоопарк, сахар кололся с вечера, и хотя папа сам любил чай в прикуску, но с белыми медведями всегда делился. А второй день мы ездили на аттракционы в парк Горького, а зимой папа брал отгул в декабре и приезжал нагруженный мандаринами.
поздно вечером из Москвы, после чего дня через три у нас слезала кожа со всех пальцев, но это было раз в году. Успевали восстановиться. А папа придумал нам прозвище в детстве. Я называлась Катавасей, потому что всегда копошилась или катавасилась, как папа говорил, а Женя называлась Моцепусной из-за мелкокалиберного размера. Из школы папа меня встречал словами «развеселый Катавасей что-то нынче делал в классе». Стихи про Женю не вспомнить не смогли. Но неожиданно, в общем, мы с папой как-то за это расплатились. Папа курил с 10 лет, курил много. А потом где-то заболел воспалением легких, мы в школе учились, и лежал в больнице. И курить бросил и очень поправился. И тут же получил прозвище «Толстый». Мы бежали к нему через весь двор, там все стояли эти дома, предприятия, сотрудники, друзья, и на радость всем кричали «Привет, Толстый!». Не могу сказать, что папу это вдохновило. Идея, он, ну, во-первых, он начал курить, уже никогда не бросил, и похудел обратно, но «Толстый» прицепилась, приклеилась, вот как вторая кожа, и стала его именем. Пол своей жизни он прожил толстый. Вот Кима до 8 лет считала вообще, что другого имени у дедушки быть не может. Как зовут дедушку? Толстый. И появились уже производные: толстенький, толстущий, толстяк. И вот так дедуля Толстый у нас. И между, вот мы с сестрой вот тоже всегда в переписке была у толстенького, говорила с толстеньким. Папа привык, именем своим гордился и говорил, меня в семье назначили толстым. Но действительно, его только назначить можно было. Толстого из него так и не получилось на самом деле. Папа очень много читал, знал все на свете. Очень любил историю, любил Москву. Можно с ним было в любой музей прийти, в Третьяковку, мог рассказать и про художника, и про картину. Я так жалею, что он с нами не играет в 60 секунд. Нам бы никакие покеристы не смогли с нами соперничать. Папа очень любил поэзию, знал наизусть какое-то невозможное количество стихов Маяковского, Блока, Сашу Черного. Вчера ночью еще вспомнила Симонова. «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Казалось, на каждую фразу он может что-то процитировать. Очень любил бардов, Высоцкого, Висбора, как-то всех, кроме Дольского. Но при этом обожал мультики и детские сказки. Он, если он заходил посмотреть, что дети делают, и останавливался, то и смотрел уже сказку до конца. Чего уж там. Папа всю жизнь болел за московское «Динамо». Вот цветы, бело-голубые. Наверное, в какой-то момент это была хорошая команда. Может быть, в 50-е годы мы этого периода не застали. На нашей памяти московское «Динамо» никогда ничего не выиграло, что на самом деле папе не мешало. И в этом смысле в Кливленд ему было легко переехать. Попал в родной дом. Спортом папа не занимался, но плавал, на коньках катался, на лыжах катался. Еще в 70 лет догнать его, ну, на коньках я никогда не могла. Но даже на лыжах, на коньках это Женечка. Но потом заболела мама, и здоровье уже не позволяло. Но долго он очень любил вообще бывать на улице, с удовольствием все это делал. Все делал с удовольствием, так основательно. Ну, теперь про ремонт. Когда папа начинал ремонт, он не заканчивался никогда. Это был процесс. Он делал все очень хорошо и добросовестно,
Но это занимало время. Накроем все, покурим. Надо разложить инструменты, покурим. Хорошо, надо померить, покурим. Папа, может, начнем? Нет, надо покурить. И только Димина бесконечное терпение и чувство юмора спасало, в общем, семью от преждевременного окончания ремонта или от скандала. Дедуля толстый обожал своих внуков. Поначалу и внучек. Поначалу дело выглядело на самом деле очень безнадежно, потому что первые три девочки замечательные, хорошие, любимые, ну, девочки. А потом, наконец, родился внук, внук Валера. В один из приездов в Москву папа катал Валеру, чтобы он не капризничал, в тазике по лестнице, всем дедушкам на заметку. Замечательное мероприятие. Валера был счастлив. Не каждого внука катали в тазике по лесенке, но у каждого ребенка был свой тазик. Свой личный тазик, в который папа точно знал, что положить, что ребенок любит, как его побаловать. У всех, кроме Джонатана. У Джонатана было корыто, а может быть, ванночка. Потому что Джонику можно было абсолютно все на радость родителям. Бороться с этим было никогда невозможно. Папа только улыбался хитро и делал то же самое. Последние годы папа провел последние три года в nursing home. И проявился с очень неожиданной для меня стороны. У папы было много activities, он много любил людей, книжек. Но при этом он точно знал, что он хочет. И переубедить его в споре было очень сложно. Сдайся, враг, замри, ляг. Если он что-то считал, что должно стоять здесь, а не там. Или если он не хотел что-то надевать. Это надо было приготовиться проиграть сразу. Но он оказался необычайно легким человеком. Он никогда не спорил, он никогда не капризничал, он не кричал, не воевал. Его постепенно уходящий английский в его словарном запасе осталось два слова «very good». «Мистер Анатолий, how are you?» «Very good!» И улыбался. Он легко отпускал. «Папа, я должна уйти». «Хорошо, иди. Я приду завтра. Я буду тебя ждать». И вот эта вот его позиция давала возможность выжить, работать, растить семью. Он совершенно не возражал. И даже последние полгода в изоляции он как-то сохранял спокойствие, дружелюбие, и даже казалось, что он умеет и может вот наслаждаться каким-то своим одиночеством, своим мыслям. Это, несомненно, это очень-очень помогало. Если я его спрашивала: «Папа, тебя никто не обижает?» Он говорил: «Ну что ты, Лера, ну разве меня можно обидеть?» И хотелось только помолиться и надеяться, что все так думают. При этом еще года два назад я пришла к нему в nursing home и сказала: «Папа, сегодня день рождения Варлама Шаламова». Он мне сказал, я говорю: «Ты знаешь, кто это?» Он мне сказал: «Кто же не знает Варлама Шаламова?» Я говорю: «Я». «Стыдно, Лера». И полтора часа про биографию, про колымские рассказы. Я слушала все, вот, наверное, все то, что я потом прочитала. И самое последнее, что я хочу сказать. Наше любимое занятие с папой в детстве, а потом уже с детьми позже, это
мы очень любили возиться на улице в снегу и строить снеговиков. Do you wanna build a snowman? Это просто вот про папу. Он всегда хотел. Он одевался, брал лопату и основательно строил. Снеговики были потрясающие, выше детей, иногда с некоторыми анатомическими деталями, которые я не всегда считала необходимыми, но уже это был папин выбор. Снеговики были замечательные, и я тоже люблю строить снеговиков. Я каждую зиму, если выпадает снег, я выхожу, и даже если никого дома нет, то вроде как с папой. У меня такие роскошные не получаются. Но ну уж какие есть. Папа была еще очень легкая рука. Он мог подобрать палку с дороги. Вот воткнуть ее в землю, она начинала цвести через какое-то время. Ну, я тоже могу палку воткнуть, но палка должна быть все-таки покачественнее, чем с дороги. В этом году я, пока удобряла цветы, добавила в кофе грайнд очистки от овощей, вырастила картошку вместо цветов. Перцы, рассказывала ему, он очень хохотал над моими аграрными. Потугами. Хочу сказать спасибо людям, которые папе помогали последние годы. Саша с Яной и Эвелина, спасибо, что вы к нам пришли, скрасили папе. Несомненно, годы, когда он болел. Спасибо всем. Спасибо, папа. Я не знаю, или кто-то... Ты хочешь? Нет? Или кто-то хочет сказать? Тогда ходишь. Шмираба, Беалмал дивра хирте беам лихмахуте, Бехайхон увьямехон увхей дехолбет Израил, Багала увизман кариф, Вемру, Амен. Йехешмираба меворах леолам улалмей алмая, Йидбарах виштабах, Видпар видроман виднасе, Видхадар видхале видхалал, Шмей декудеша. Leila, Minkol, Birhata, Vishirata, Tushmehata, Venehemata, Damiran, Velma, Vimru, Amen. Yeheshme Rabba, Minshemaya, Haim Lanu, Ulahol, Amo Israel, Vimru, Amen. Ose Shalom, Bimraman, Bimramav. Huase shalom aleinu ve'al kol Israel v'imru. Amen. Exalted and sanctified be his great name in the world which he created according to his will. May he establish his kingdom during your lifetime and during your days and during the lifetimes of all the house of Israel. Speedily and very soon, and say Amen. May his great name be blessed forever and to all eternity, blessed and praised, glorified and exalted, extolled and honored, adored and lauded, be the name of the Holy One, blessed be He, above and beyond all the blessings.
hymns, praises, and consolations that are uttered in the world, and say, Amen. May there be abundant peace from heaven and good life for us and for all his people, Israel, and say, Amen. May he who makes peace in his high places grant peace upon us and upon all Israel, and say, Amen. Спасибо всем, что вы пришли. Это конец церемонии, и мы приглашаем всех на ланч, кто хочет присоединиться к нам в 12 часов романтики. Спасибо.